Японцы пробурили самую глубокую скважину в мире в попытке объяснить землетрясение. Общая глубина составила 7740 метров, что стало новым мировым рекордом для научных глубинных бурений. Цель исследования – выяснение основных причин, по которым произошло разрушительное землетрясение 11 марта прошлого года. Предыдущий мировой рекорд глубинного бурения принадлежал группе американских океанологов, которые в 1978 году погрузились на дно Марианской впадины. Тогда общая глубина бурения составляла 7049,5 метра, но ученым из США удалось опуститься всего на 15,5 метра под океанское дно. Напомним, 11 марта 2011 года в Японии произошло землетрясение силой 9 баллов. Затем на страну обрушилось разрушительное цунами.